0-1 это, конечно, не тот счет, который вы хотели бы, наверное, видеть на табло. Но все-таки, ваше мнение о матче? Ну, я считаю, что как бы по игре незакономерный счет. Пол момента. Был момент первого тайма. Лучше бы забили в первом тайме тот момент, который был. Может быть, оно все сложилось подробно. Но это игра, есть футбол, есть футбол. У меня, в принципе, претензий нету к игрокам. У нас есть люди, которые добавляются после травм, получают игровую практику. Естественно, где-то не хватает у них еще кондиций. Но команда организована, мне понравилось. Анжих, хорошая команда организована. И сыграла для тактически выездную модель вторым номером. Ждали ошибку или стандартное положение. То, что и произошло у нас как бы в этой игре. В принципе, были моменты у нас хорошие, был контроль мяча. Сегодня, значит, не наш день был. Те моменты, которые мы не реализовали, закон в футболе всегда срабатывает. Ты не забил, забивают тебе. Поэтому сегодня счет такой, я думаю, действительно, может быть, как бы не сложилось. Звезды не сошлись так, как нам нужно было.